Ну, посмотрели уровень, Суперлиги он поднялся, в этом году однозначно, игроки добавили, это, ну, видно, у нас молодежь играет, я думаю, что им полезно, вначале мандраж, как бы, и там более опытные игроки, то есть опыт, он всегда есть опыт, у нас в ближайшие субботу-воскресенье две игры, задача была обыгрывать, стараться обыграть этих соперников, как могут, но... Не все получается, понятно, не могут забить, где-то даже сопротивлением здесь защищаются лучше намного. Высшая лига, понятно, что немножечко ниже уровень, поэтому, ну, более-менее доволен, более-менее, скажем так. А, ну, понятно, что Киевбаскет и в Суперлиге выигрывает практически у всех, так что, что говорить за нашу высшую лигу. Доброго дня, дякую. Гра була не дуже легкою, але не складною. Команда зібралася, нам дали час пограти, показати себе. Ми всі старались, тому і виграли. Особих висновків робити нам нічого. Ми сильні по класу, ніж команда Вінниці. І, в принципі, це підтвердили і грою, і настроєм. І я доволен, що... Молодые игроки, которых волею случая мы сейчас привлекли в команду, и они и получили игровое время, они себя очень неплохо проявили. Почти каждый из них сделал дабл-дабл, то есть они старались, они хотели себя проявить, хотели мне доказать, что я могу на них рассчитывать. И мне понравились некоторые моменты, и некоторые игроки мне понравились своей самоотдачей, и главное, своей головой, так как они думали.